На улице Курчатова молодой женщине неизвестный автомобилист отдавил ногу. Дама шла вдоль дороги, водитель не подрасчитал дистанцию и наехал на пешехода. Пострадавшей помогли случайные прохожие, вызвали скорую. А вот виновник ДТП скрылся с места происшествия. Уважаемые тетроградцы, если вам известно что-то по данному факту, который скрылся с места происшествия водитель, пожалуйста, сообщите дежурную часть по телефону 268-39, либо телефону 02. На Химаше скутурист за одни сутки умудрился дважды попасть в ДТП. Теперь с переломами лежит в больнице. И еще одна авария произошла на границе Самарской и Ульяновской областей. Девушка, женщина, не управляя автомашиной, не выдержав безопасную скорость движения, проявила невнимательность, совершила наезд на выбоину на дороге, на проезжей части, в результате чего съехала в кювет после того, как потеряв управление, и совершила опрокидывание. Кстати, сама она пострадала. Татьяна Балунева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.